Красота не требует жертв, красота требует постоянной заботы. Так считает врач-косметолог Анна Ситнова. По ее словам, начинать уделять внимание состоянию своей кожи никогда не рано. Наоборот, именно в подростковом возрасте самое время проконсультироваться со специалистом и подобрать правильный уход. Главное – найти своего профессионала. Анна уверена, это обязательно должен быть человек с высшим медицинским образованием. Должен быть клинический подход к каждому пациенту. У многих пациентов есть ряд противопоказаний. Если говорить о косметологии как о науке, то здесь, опять-таки, в основном преобладает работа со здоровыми людьми. То есть есть ряд противопоказаний ко многим косметологическим процедурам, и это нужно обязательно соблюдать, чтобы не навредить в первую очередь. Еще один совет от Анны. Чтобы быть уверенным в безопасности всех процедур, нужно отдавать предпочтение специализированным медицинским учреждениям. Но самое главное, чтобы это была клиника, чтобы у клиники была медицинская лицензия, именно лицензия по косметологии, потому что только если у клиники есть лицензия по косметологии, клиника может закупить оригинальные препараты, потому что самое главное, чтобы препарат, который вводится в организм человека, был безопасен. То есть препарат имел регистрационное удостоверение, был зарегистрирован на территории Российской Федерации, чтобы препарат был безопасен, проверен. Первый этап приема косметолога – консультация. Анна составляет медицинский и косметологический анамнез, выявляет противопоказания, оценивает общее состояние кожи и рекомендует соответствующие процедуры, рассказывает об аппаратах. Один из самых популярных – лазерная система Фотона. Сейчас мы будем проводить процедуру лазерной ангиокоагуляции сосудиков на крыльях носа. Но на лазерной установке Фотона возможен целый ряд процедур, начиная от удаления папиллом, либо других новообразований, до лазерных омоложений и лазерных шлифовок. Например, у нас очень популярна процедура лазерного смус-омоложения. Это поверхностное лазерное омоложение, выполняемое эрбиевым лазером для улучшения качества кожи, для дермальной стимуляции. Данная процедура всесезонна, ее можно выполнять в любое время года. Процедура с минимальным реабилитационным периодом, но зато достаточно эффективна. Но процедура – это пусть и большая, но все же лишь часть огромной работы над красотой. И без соблюдения рекомендаций врача все старания специалистов быстро сойдут на нет. Поэтому очень важен ежедневный уход. Анна работает с косметикой Gigi и Germaine de Cappuccini. В их линейках есть не только средства для профессионального применения, но и для домашнего использования. Они помогут надолго сохранить и даже приумножить результаты, которых добился косметолог.